Между прочим, когда я был пацаном, вот старшие не дадут соврать, меня маманя могла послать в гастроном с 1 рублем. И я возвращался с 3 килограммами картошки, 2 литрами молока, 3 буханками хлеба, 0,5 кило сыра, пачкой чая, палкой колбасы, 10 яиц и 3 брикетами мороженого. А сейчас все изменилось. В магазинах понаставили камер наблюдения.